Сегодня в Кизляре день траура по погибшим при стрельбе в храме Георгия Победоносца. И сегодня же пройдет панихида. Как сообщалось ранее, похороненные люди будут на территории самой обители, как мученики. Для проведения траурной церемонии предприняты усиленные меры безопасности. Напомню, ранее на месте трагедии побывал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, который возложил цветы к месту трагедии и посетил раненых в больнице. Мы хорошо понимаем, какую цель преследуют враги развития Дагестана. Враги, которые хотят наше общество многонациональное столкнуть любым путем. Но у них это не получится. Напомню, 18 февраля 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу по прихожанам, которые выходили из храма, в результате чего погибли 5 человек, 4 были госпитализированы. Сам нападавший был ликвидирован. Одна из пострадавших на спецборте доставлена на лечение в Москву. Раненые сотрудники правоохранительных органов и сегодня находятся в больнице Кизляра. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, их жизням ничего не угрожает. Первыми оказавшись на месте происшествия, они проявили лучшие профессиональные качества, благодаря чему предотвратили большую трагедию. Мы постарались окружить его и максимально отдалить его от людей. Окружив его, неоднократно мы им бросали оружие, на что он не реагировал и вел беспорядочную стрельбу. На неоднократные требования он не реагировал, и ответным ударом мы нейтрализовали его.